Знаете ли вы, что пицца – самое популярное блюдо в мире? Трудно найти заведение общепита, в меню которого не было бы этого блюда. Прообразом пиццы считается некоторая еда, которая подавалась на ломтях хлеба в домах древних греков и римлян. В связи с ввозом помидоров в Европу в 1522 году в Неаполе впервые появилась пицца. В 17 веке появился особый род пекарей – пиццайолла, которые готовили пиццу для итальянских крестьян. Первое специализированное заведение по приготовлению этого блюда было открыто в 1738 году на территории Неаполя. Сегодня же в Италии можно найти десятки тысяч пиццерий, которые каждый год изготавливают более 2 миллиардов 500 миллионов единиц. Больше итальянцев пиццу продают только американцы. Более того, каждый октябрь в Америке считается месяцем пиццы. В Штатах проходят ярмарки и фестивали, призванные показать любовь местного населения к этому итальянскому деликатесу. В США хорошо налажена система доставки этого блюда. Почти в любую часть района можно организовать доставку за 20-30 минут. А в Mount Pleasant поклонники и любители пиццы могут заказать ее диаметром более метра. Человек, который специализируется на приготовлении блюда, называется пиццайолле. Самым профессиональным специалистом считается сотрудник компании Domino's, который смог сделать 3 большие пиццы за 50 секунд. Самой дорогой считается пицца, которая получила название Людовик XIII. Ее стоимость составляет более 8000 евро. Столь высокая цена обусловлена набором самых изысканных ингредиентов, которые входят в ее состав. Пицца является настолько популярным и востребованным блюдом, что Дуче Криши даже выпустил парфюм с ароматом итальянской пиццы. В истории известен случай, когда доктор прописал это блюдо вместо лекарства, когда из-за расширения вен мальчику необходимо было употреблять пищу с большим количеством холестерина. Говорят, что уникальные свойства пиццы в значительной степени снижают риск образования раковых клеток в пищеводе. Медики в США провели исследование и пришли к выводу, что подобные мучные изделия существенно снижают вероятность инфаркта. Самым известным праздником пиццы является пицца-фест, который проходит в Италии. На эту ярмарку приезжают туристы со всего мира, чтобы попробовать самые изысканные и уникальные виды этого блюда. Если верить статистике, каждый житель Старого Света ежегодно употребляет до 300 килограммов пиццы. Для изготовления этого блюда существуют специальные аппараты для автоматического приготовления. Необходимо только заложить все ингредиенты и нажать на кнопку «Пуск». Говорят, что пристрастие к пицце питал итальянский король Умберто I и его жена Маргарита Савойская, в честь которой была названа одна из ее разновидностей – Маргарита. Хотя есть мнение, что это всего лишь легенда.